Поговорим об алгоритмически непростой задаче сортировки массива. В чем состоит задача? В том, что у нас есть массив, содержащий некоторые числа или, в принципе, другие сущности, и нам нужно выстроить его по порядку. Так вот, этих порядков, возможно, два. Первое – это по возрастанию. Второй вариант – это по убыванию. По-английски ascending, descending. Чисто строго можно говорить о том, что это возрастание, это не убывание. Ну, потому что у меня могут быть одинаковые числа в массиве, их невозможно выстроить вот так вот. То есть там будет вот такая вот. Но вы знаете, никто так не называет. То есть вот это дело все равно называют по возрастанию, а это по убыванию. Просто не строгому. Итак, допустим, я прапорщик, и передо мной стоит строй солдат. Давайте сортировать этих солдат по возрастанию. Обычно по возрастанию классическая сортировка. То есть самый маленький должен у меня стоять вот тут, самый высокий стоять вот тут, ну и все остальные ровненько в линеечку выстроиться. Ну, вы видите, числа очень красивые, будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Есть очень большое количество алгоритмов сортировки. На изучении алгоритмов сортировки строится целая часть курса алгоритмов и структур данных. Если вы выучите все алгоритмы сортировки, то вы уже можете считать себя неплохим алгоритмистом. Не говорю программистом, потому что это, конечно, еще не все. Но тем не менее, мы затронем всего лишь краешек этих сортировок. Продолжение ждите на первом курсе, там будет и быстрая сортировка. Это будет insert sort, сортировка вставками. Ну, вот представим себе, что эти солдаты приходят не одновременно. Ну, простите, я им голову поснимаю и считаем, что там, где головы нет, его нету. Вот. Соответственно, пришел, построился первый солдат. Он стоит по порядку. С точки зрения сортировки вставками, да, он стоит уже по порядку. Я могу подчеркнуть эту позицию и сказать, с ней и так все в порядке. Но следующий пришедший солдат, он встает справа от него, и мне надо перестраивать этот строй, а именно мне нужно что? Поменять их местами. То есть мне нужно вставить нового пришедшего солдата в уже построенный строй. Ну, один солдат, пока мы все равно считаем, что строй. Да? Как я это делаю? Я говорю ему, иди влево до тех пор, пока либо не упрешься в начало строя, то есть в нулевой индекс, да? Либо пока что? Ну, пока тот, кто слева от тебя, он выше тебя. Вот, пока, вот он выше его, выше, значит, ты, товарищ, иди левее. То есть я этого товарища отправляю направо, и они меняются местами. Таким образом, у меня получается, что порядок выстроился уже не в одной, а в двух позициях. Я могу их выделить цветом, что у меня теперь снова все в порядке. Но приходит еще один солдат и снова нарушает порядок. Этот солдат у меня будет бежать. И он опять побежит у меня до начала строя, фактически. То есть все, кто слева от него, есть кто-то слева от него? Есть. Он выше тебя? Выше. Меняемся местами. Поменялись местами. Да, сейчас, секундочку. Где там белый мел еще? Опа. Да, поменялись местами. Я сейчас числа там внизу не сортирую, мы на числах повторим. Вот, пока я буду только на человечках. Поменялись местами. Да? Так. Но это еще не все. Да? Потому что он еще не закончил свое путешествие. Он должен продолжать вставляться, пока не найдет свою позицию. Слева от него кто-то есть? Да, есть. И он выше ростом. А значит, надо двигаться еще левее. И я меняю их снова местами. Этого налево, этого направо. Слева от него кто-то есть? Нет, слева от него больше никого нет. Туда дальше уходить некуда. Значит, я говорю, что все в порядке. У меня выстроился строй из четырех человечков и
из трех, прошу прощения, человечков, и приходит четвертый. И вот этот четвертый делает абсолютно то же самое, то есть он, вставляясь в этот строй, он проходит мимо тех, кто выше его ростом, да, меняясь с ними местами, до тех пор, пока что, ну вот этот товарищ, он нашел человечка, который ниже его, и вот на этом дело остановилось. Вот, поэтому тут он останавливает свое движение налево, и вставка этого конкретного элемента закончена. Впрочем, не закончена сортировка. Вполне возможна такая ситуация, что вставка очередного солдата, у нас это пятый пришедший солдат, вот, она очень тривиальна, оказывается. То есть мы его начинаем вставлять, слева от него кто-то есть, да, пока слева кто-то есть, и этот слева выше его, а он не выше. А значит, вставка его уже закончена. Все, то есть он у нас вставился очень коротко. Ну и последний вставляемый, да, он у меня тоже вот проходит буквально, то есть раз, меняемся местами, да, и два, меняемся местами. После этого он смотрит, что слева не выше его, а значит, меняться местами дальше уже не надо. Ну вот в результате, как видите, массив у меня выстроился по порядку. Да, исходное состояние массива, вот оно, да, итоговое состояние 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? Давайте быстренько повторим на числах. Да, быстренько повторим на числах, но я сделаю копию, чтобы исходное состояние у меня сохранилось. Что у меня получается? Пятерка стоит на месте. Вставляем тройку. Вставляя тройку, я ее меняю с пятеркой, потому что слева есть, да, и это. Но вставка закончена, потому что дальше уже двигаться некуда. Дальше я вставляю единичку. Единичка сквозь пятерку проходит, вставляясь, и сквозь тройку проходит, вставляясь. Дальше вставляем двойку. Вставка единички закончена. Она вставляется сквозь пятерку, меняясь с ней местами, и стройка меняется местами. Вставляем шестерку. Ее вставка заканчивается сразу. Вставляем четверку. Она меняется местами с шестеркой. И двигаясь, продолжая двигаться влево, она находит свою позицию вот здесь. Итак, давайте с вами создадим программу, в которой будем сортировать массив. Итак, небольшие дополнения. Поскольку мы теперь умеем вставлять в массив, да, естественно, что с неким буфером, я написал функцию input_array. При этом у меня есть константа allocateSize. Она нужна для того, чтобы глобально управлять буфером. Да, вот что, сколько, в принципе, я буду аллоцировать памяти. Более того, у меня функция input_array будет безопасной, чтобы пользователь случайно не ввел чисел слишком много. Ведь не может же знать функция main о том, сколько пользователь захочет там повводить чисел. Не может. Поэтому она передает информацию в максимальном размере внутрь функции input_array. Понятно, да? Она устроена похоже на то, как я в факторизации там добавлял. Да? Вот сейчас посмотрим внутрь. По крайней мере, я имею в виду с точки зрения интерфейса. Но туда передается вот дополнительно эта контролирующая константа. Вот. Ну а так вот вы можете увидеть, я считываю и распечатываю массив. Давайте еще раз посмотрим на функцию считывания, как она организована. Вот он топ. Дальше у меня цикл считываний, да, int x scanf процент d ampersand x, да, по адресу x считываю число. А дальше, если это число не является терминальным или, да, или это число терминальное, или же я уже достиг максимальной заполненности моего буфера, в этом случае я покидаю этот цикл считывания. Все, хватит. Ну, на выходе я возвращаю суммарное количество элементов, которые считаны. Понятно, да? А так я буду считывать до нуля, ну, либо если я достиг максимального количества, которое только можно сохранить. Вот таким образом я сделал считывание относительно безопасным. Относительно безопасным. Вот, ну и на этом я функцию закрываю. А, нет, еще один момент. Я вам хотел сказать, что вот это операция или,
Я не люблю такое или, оно некрасивое, по моему мнению. Красиво писать or. Вот. А для того, чтобы его можно было писать, нужно сделать include стандартной библиотеки ISO 646. Все, на этом считывание я заканчиваю и проверим программу в ее нуль варианте. Нуль варианта это считали массив, вывели массив. Давайте запустим. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Вот, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 5 у меня из массива распечатывается. Итак, теперь пора реализовывать функцию insert sort. Сейчас эта функция пустая, она ничего не делает, ни хорошего, ни плохого. Поэтому если я вставлю ее вот здесь между вводом и выводом, то ничего плохого не произойдет. Давайте вставим, проверим. Пожалуйста, она работает. Теперь давайте с вами реализовывать сортировка вставками. Мне для этого понадобится два цикла. Первый цикл у меня будет цикл for. Первый цикл у меня будет цикл for. Это будет и по и for int и равно нулю и меньше чем n плюс плюс и. Нет, прошу прощения, я ошибся. Конечно же, мне нужно начинать со второго элемента, а у него индекс 1, потому что нулевой и так вставлен. Зачем мне его дополнительно вставлять? Дальше будет интересно. Сама вставка, она начинается с позиции равной i, но мне надо скопировать ее в другую ячейку. Потому что позиция этого человека начнет двигаться влево, то есть вот когда я вставлял очередного, его конкретная позиция поехала влево, но мне важно помнить старый i, то есть какой человек будет следующим вставлять. Таким образом, что у меня получается? Пока, доколе я должен двигать человека налево? Пока он у меня не уехал в самое лево, то есть пока у него кто-то слева есть, пока k больше нуля, ну значит есть тот, кто k минус 1 находится еще в массиве. И при этом, тот, кто слева, то есть а в позиции k минус 1, он выше, то есть больше, чем акаты. Вот до вот этих пор мне нужно что делать? Мне нужно двигаться влево, то есть сдвигать того, кто стоит в позиции АК, меняя его с АК минус первым. То есть вот этих двух товарищей поменять местами. Как это сделать? Обмен двух переменных через третью. То есть я беру, создаю темп, временную переменную, в которую кладу, ну, например, АК минус первый. Затем в АК минус первый я кладу АКаты. У меня АКаты теперь освободился, я туда кладу прошу прощения, темп. После чего я осуществил обмен двух переменных, да, двух ячеек, передвинул этого человечка и сдвигаю его позицию налево. Говорю, он теперь левее. Ведь я же его же вставляю, да, вот продолжаю искать его место. Вот, в итоге вот этих вот действий по вставке с каждым человечком, с каждым числом, с первого по n минус первое, по n да не включительно, ну фактически n ты член, да с индексом n минус 1, у меня получается все в порядке. Ну и можно запускать, давайте посмотрим на сортировку. 5, 4, 3, 2, 1, ну и 0 в качестве терминального. Вот они, 1, 2, 3, 4, 5. На этом все. Еще раз посмотрите на нее. Вот такая сортировка вставками.